Якутяне сегодня празднуют День государственности. В 1990 году в Якутске была принята декларация о государственном суверенитете. В столице торжественные мероприятия проходили в течение всего дня. Завершился праздник с собранием общественности в театре оперы и балета. Присутствующих со знаменательной датой поздравил глава республики Егор Борисов. Государственность для нас не просто символ или правовой факт, но живой, одухотворенный масштабными делами, совместными усилиями общества и власти, инструмент развития нашей республики. Движущая сила всех нынешних и будущих социально-экономических преобразований, культурно-духовного роста людей. Это ответственность нынешнего и будущего поколения якутян. Основным событием вечера стало вручение ордена «Полярная звезда». Почетную награду в том числе получил глава городского округа Жатай Анатолий Кистенев. Ну, это, конечно, для меня большая неожиданность. Ну, я думаю, что эта награда не моя, это всех жителей городского округа Жатай. Это они мне дали возможность реализовать себя. Я им благодарен за это. Ну, я давно работаю на этом поприще и не знаю, наверное, не мне судить, а население судить, насколько у меня это получается или не получается. Ну, вроде мы движемся вперед, вроде бы что-то есть.